Здорово, чуваки, с вами снова Карл Джексон, и мы опять с вами играем в Да или Нет. Эпизод с 80. 2371 уровень. Одна таблетка обычного антибиотика убивает лошадь из-за чувствительности желудка этих животных. Нет. Браво! И такого влияния антибиотиков на лошадей пока не зафиксировано. Регрессом называют упадок в политике. В развитии. Упадок в развитии? По-моему, нет. Все другое. Неверно, потому что регрессом действительно называют упадок в развитии, допустим. У меня упадок в развитии уже потихоньку. Как потихоньку? Там не потихоньку, там уже нормально так. На картинке изображен токарный станок. Я не знаю, как он... Нет, погодите-ка. Не токарный, это этот. Скажите, у меня, по-моему, я... 41-й, по-моему, учился. Там вот эта вот штука. Я не покажу мой курсор, потому что отключен. Как бы вам сказать? Так, короче, вот эта вот штука, она как-то... Короче, я думаю, нет. Значит, я в них не разбираюсь. Значит, я... Я сам открою. Нельзя быть таким недоверчивым. Это токарный станок. Запоминайте, как он выглядит. Нахрена! Токарный станок. Типа что-то шьют на нем или что? Я думаю, что это станок, где вот это вот. Блин, как вам объяснить? Или, короче, для устругания. Как-то так. Хром — природный конденсатор. Поэтому украшение из хрома способно защитить от слабого удара током. На этот раз рандом включу. Да! Вы ошиблись, увы. Несмотря на то, что хром — природный конденсатор, от удара током он не защищает. На картинке изображен Валли. Да, так и есть. На картинке изображен милый робот-уборщик Валли. Аэрограф — это фотоаппарат для съемки с высоты птичьего полета. Да. Увы, ах, аэрограф — это распылитель краски, а не фотоаппарат для аэросъемки. Его называют обычно, наверное, не подсказывайте, я сам знаю. Блин, я забыл. Сейчас я подгляжу, а чё? Сам ни хера не знаю, а чё я сделал? Я не помню. Фотоаппарат для аэросъемки. Фотоаппарат для аэросъемки. Как он называется? Не, стоп. Аэрофотоаппарат. Не, ну как же? Летающая штука. Дрон. Дрон. Дрон, не дрон. Летающая штука на пульт управления. Как называется? Дрон. Квадрокоптер. Квадрокоптер. Но она не похожа на ту, что тут. Квадрокоптер. А дрон? Дрон. А что такое дрон? Что такое дрон? Наверное, в этом, в Звёздных войнах. Фантастика какая-то, да? Ладно. У египтян был обычай, когда они теряли своих кошек, они сбривали себе брови в знак траура. Да? Правильно, у египтян был такой обычай — сбривать брови в знак траура по воде и хвостатой любимице. Ну типа, если он сбежал, то есть потерялся, если они умерли, то это не считается, да? То есть это другое уже, да? Смертельная доза соли — всего столовая ложка за один раз. Не. Да, вы правы, для того, чтобы получить детальную дозу хлоида натрия, необходимо принять 250 граммов паленой соли внутрь. 250 граммов
соли в ложках. В столовых ложках. 8 столовых ложек. И после одной это будет не так-то уж и хорошо. Так что осуждаем за такое. Вот ни в коем случае не делайте этого. Лучше используйте соль по нужде. Если чисто соль есть, да понятно, что это будет. А так не надо этого делать. Этого мужчину зовут Святослав. Я не знаю. Нет. Неправильно. Это действительно Святослав Вакарчук. Лидер группы Ocean Elsie. Океан, это неважно. На картинке изображен Египет. Египетская сила. Я не знаю. Кто какие-то вроде по-другому как-то выглядит. Допустим, нет. Я не знаю. Нет, это не так. На картинке на самом деле изображен Египет. Что там вопрос про ёбжиков? А тут колесико. Хотя бы одну монетку. Хотя бы одну есть. И через 4 круга мы вернемся опять к далее, нет. Ёбжики при рождении уже имеют маленькие колючки, которые постепенно вырастают. Но я не знаю, как бы. Допустим, да. Нет, вы ошибаетесь. Новорожденные ёжи не имеют ни иголок. Они приобретают их в процессе взросления. Типа, если я говорю ёжик, то типа ёжик переделал в ёбжик, то ежи ебжи. Уважаемые ебжи, ебжихи и ебжата. Волк имеет, надо помочь одному очень настоящему ёбжику. Ладно, волк имеет свыше 200 острых зубов. Да не может такое быть. Не может. Он как пес. Столько же имеет зубов. А 200 это какой-нибудь акули, там киту. Это много слишком для него. Улитка вон столько имеет, допустим. А волк нет. Вы правы, у такого хищника такого количества острых зубов просто нет. Да. Так, самый высокий в мире водопад Анхель. Да, вы правы, самый высокий в мире водопад Анхель, или Анхель, я не знаю, как правильно ударение ставить. На картинке изображена Барбара Стрейзанд, я не знаю, как она выглядит, но, допустим, нет. Вы ошиблись, на картинке действительно Барбара Стрейзанд, американская певица и актриса. На картинке изображен Доминьон. Точку, на картинке Доминьон. Самый длинный зарегистрированный прыжок кенгуру составил 13 метра 63. 63,6 сантиметра. Высокий. Длинный. Ну, скорее всего, да. Да, это правильно. Кенгуру, согласно статистике, может прыгнуть в длину на 13,63 метра. Вот это да. Нихера как. Это если у нас... Это, наверное, он от этой комнаты, он до того он... До прихожки. Да. Роман, портрет Дриана Грея, принадлежит авторству Оскара Уайлда. Да. Да, это так. Этот роман действительно написал Оскар Уайлд. На картинке изображена сыроежка. Она по-другому выглядит. Это все-таки это она, наверное. Она думала, она белая. Это ладно. Неправда, это стопроцентная сыроежка. Вам об этом любой грибник скажет с максимальной уверенностью. Ладно. Хуанхэ длиннее, чем Янзы. Да. Жаль, но нет. Из этих двух рек длиннее именно река Янзы. Бывает. Бывает очень много ошибок, ладно. Англичанка жила 20 лет в темноте, потому что не хотела поднимать шум из-за отключения электричества. Нет. Представьте себе, но это правда. Представьте себе, такой случай действительно имел место быть, пока...